За ближайшие несколько лет в регионе будет создано более 10 тысяч дополнительных мест в дошкольных учреждениях, что позволит решить одну из наболевших проблем – нехватки мест в детских садах. Эта информация была озвучена в ходе отчета Министерства образования Волгоградской области перед губернатором и членами экспертного совета. Слово Людмиле Кухаревой. Этот экзамен перед общественным советом и губернатором министр образования Александр Коротков сдает уже во второй раз. Ранее глава региона сделал замечание, что в докладе нет информации о закупочной деятельности образовательных учреждений. Недочет был исправлен. Эти данные были представлены экспертной комиссии. Озвучил региональный министр и другие сведения о том, как решается проблема очередности в детские и дошкольные учреждения. В ближайшие годы в Волгоградской области планируется открыть свыше 10 тысяч дополнительных мест для дошкольников. В 2012 году реализация мероприятий позволит ввести до 5000 дополнительных мест дошкольного образования. В 2013 году мы предполагаем ввод 7300 дополнительных мест. Это без учета проектов, которые сейчас разрабатываются, связанных со строительством новых детских садов. Мы планируем продлить реализацию этой программы до 2014 года. Выполнено и еще одно поручение губернатора. В перспективный план дорожного строительства региона включены участки, которые используются для подвоза сельских школьников к месту учебы. В перечне 14 объектов в разных районах Волгоградской области. Сергей Бажинов одобрил отчет министра образования и поблагодарил общественность за его активное обсуждение. Вы независимые эксперты, и у вас хорошая память. Вы не просто запоминаете, я прошу вас брать отчетные материалы с собой, чтобы на будущий год нам встречаться, и был базис. Кто что говорил, кто что сделал, а кто чего не сделал. Почему? Потому что мы с вами на будущий год будем ставить оценку путем независимого голосования. Задача максимум, которую ставит перед собой Министерство образования, к 2013 году Волгоградская область должна войти в тридцатку лучших регионов страны, где образовательные услуги оказываются на самом высоком уровне. Людмила Кухарева, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».